Господин мэр, инспектор Кэллахан. Ладно, давайте его. Дать что? Ваш отчет. А что вы делали? Последние 3-4 часа отсиживал задницу в вашей приемной. Там перед входом в банк все еще стоит светло-коричневый Форд. Светло-коричневый Форд? Да, стоит. Мотор включен? Понятия не имею. Как можно это узнать? Идет ли дымок из выхлопной трубы? Какой ужас. Такое загрязнение окружающей среды. Слушай, Джеффи, окажи мне услугу. Позвони по этому телефону. В полицию? Да. Скажи им, что инспектор Кэллахан полагает, что возле банка разворачивается событие код 211. Понял? Понял. Только не забудь, скажи им, разворачивается, ладно? Разворачивается, есть, сэр. Стоять! Так что ты должен задать себе всего один вопрос. Повезет ли мне? Я должен знать. Сукин сын. А как насчет священника? Он знает, что служит приманкой? Да, он сам захотел. Мы ему говорили, что есть доброволец, готовый стать на его место. Кто? Ни за что не угадаешь. Да, знаю. Добро пожаловать в отдел убийств.